Всем привет, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и сегодня я вам покажу свои покупочки очередные. Вот, хочется вам сразу показать то, что идет на возврат. Это идет, значит, берет с артикулом 600-042, размер 13,5 на 27,5. Материал шерсть, полиэстер, назначение аксессуар и так далее. Да, что мне в нем не понравилось, да, то есть оно пришло классно упаковано, в диске, все хорошо, но когда мы его достали, вот из уважения, да, к следующим покупателям, мы его не стали мерить, мне он показался какой-то на голове маленький, каким-то горшочком, да, то есть, не знаю, я поняла, что это не мое, да, то есть мерить мы его не стали, так и вернем как бы обратно. Дочке он не понравился, мне он тоже не понравился. Тут, как вы видите, есть бусинки, вязка нежная, легкая, он не колючий, очень даже такой интересный. Ткань такая тоненькая, ветром, конечно же, будет продувать, поэтому в более холодное время нужно ходить в капюшоне с ним, да, то есть вот такой вот беретик. В целом хорошенький, но не мое, как бы, да, не мое. Я как бы, ну, я никогда не носила берет, и тут думаю, дай попробую, вдруг понравится. Ну, как бы не понравилось мне. Вот. И может быть он просто маленький, его бы немножко побольше, тогда бы он как-то бы можно его было сделать на бок, как-то назад, еще что-то, то вот маленький, да, то есть вот на маленькую голову он идет, мне кажется, вот что-то типа этого. Да, далее, значит, очень мне понравилась такая вот вещичка. Такая вот вещичка. Это у нас идет, значит, блузка с коротким рукавом для женщины. Цвет молочный, размер 46, состав 95 вискоза, 5 эластан, артикул 84-725. Вещичка великолепная, носить буду с удовольствием. Низ у нее, да, как бы, ну, она мне идет... чуточку в обтяжечку, висит она на мне очень-очень мало, хотя она, по идее, должна висеть, да, потому что у нее такой вот пояс снизу, который, в принципе, да, как вы видите, должен немножечко как бы в талии быть свободен, да, но я человек не худенький, на мне она села как обычная футболка, да, вот так вот, да, в целом рисунок классный. Тут как бы идет что-то типа лодочки, вырез лодочкой, да, сзади она полностью беленькая, рукавчики чуть-чуть не спадают на плечо, совсем самую чуточку, в принципе, она подойдет под все, под пиджак, под кофту, да, просто так ее носить, да, как самостоятельную вещь, она хорошо будет сочетаться с юбкой, с джинсами и так далее, и так далее. То есть, как бы такая вещичка универсальная. И она, как вы видите, очень хорошо тянется, она очень эластичная. Мне кажется, что проблем ни с рисунком, ни в носке не будет. Рисуночек тут как бы не вышитый, а нарисованный, да, то есть это рисуночек. Но очень хорошего качества. Вот, также все шовчики, ну, как обычно в компании Faberlic делают, все очень-очень хорошо. Вот, вещь прекрасная. Следующее, что мне очень понравилось, это такая вот юбочка. Юбочка тоже очень симпатичная, классная, слегка мне великовата. Надеюсь, что она после стирки сядет, потому что, взяв на размер меньше, я предчувствую, что она мне будет в обтяжечку. Вот, очень стройнит, как сказать-то, вот это вот шов посередине в виде, да, в виде молнии. Да, вот такая вот у нее молния простая, оно спереди расстегивается, сзади расстегивается, не сзади, а спереди расстегивается, сверху и снизу, простите, заговариваясь, да, то есть карманчики тоже они расстегиваются, но а это карманы-обманы. Ткань очень интересная, легкая, приятная, но не просвечивает, да, то есть как бы ее носить удобно, ее носить комфортно. Вот, тут идет, как вы видите, еще шовчик поперечный до самой, да, до кармашка, обмашка, да, то есть и сзади вот тоже до сюда вот шовчик идет, да, то есть до середины попы.
Ну, как бы вещичка такая приятная. Мне очень понравилась идея. И их и тоже ее можно носить и с пиджачком, и с футболочкой, и всякое разное. Это трикотажная юбка для женщины. Цвет темно-синий, серый, меланж. Размер 48. Вот я, надо было 46 заказать, да, я думаю. Состав 68 полиэстер, 27 вискоза, 5% эластан. Она очень хорошо тянется. Очень такая, знаете, эластичная юбочка. Хорошо как бы сидит, но вот я вижу, что в некоторых местах она мне великовата, вот, но возвращать прям не хочется. Я думаю, что может быть трикотаж при стирке сядет, а может быть и нет. Вот, надо было 46, конечно, брать. Вот, далее, значит, что бы мне хотелось вам показать, это такую классную кофту. Тут, конечно, она мне села идеально, идеально здорово, вот. Это трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщин. Цвет белый, бежевый, размер 46, 50 полиэстер, 22 вискоза, 27 люрекс, артикул 192-895. Вот такая вот красота. Сейчас он сильно, как будто кажется, блестит. Ну вот посмотрите издалека, он практически не блестящий. Да? У него такой кремовый есть немножко оттеночек. Да? И вот если начать увеличивать камеру, то вы увидите, да, вязку. Какая идет вязка, да, то есть такие вот классные рюлекс тут вшит, да, и такой же воротничок. К низу она идет как расклешоночка, что очень хорошо скрывает все недостатки фигуры, какие-то неровности, еще что-то. Ее можно носить и с юбкой, ее можно носить и с, как вам даже сказать, и с джинсами, и с брюками, и со шпильками, и с кроссовками. То есть это такая универсальная кофта, и цвет такой свежий, приятный, бежевый. Знаете, бывает желтушный какой-то бежевый, еще что-то. Этот бежевый очень красивый, он смотрится здорово. И она мне идет чуть ниже попы, то есть скрывает попу, тоже очень даже классно. Вот, мне она очень-очень-очень понравилась. Также джинсы. Это узкие джинсы идут, они так и называются в каталоге. Что про них хочется сказать? Заказала я размер 50, но только по той простой причине, что это узкие джинсы, и моей дочке 44 размер реально был велик. Да, то есть тут идет 65% хлопок, 37% полиэстер, 2% эластан, артикул 191-278, это брюки из джинсовой ткани для женщины. Вот, мне они в принципе очень понравились, у них удобная заклепочка, да, вот такая вот обычная пуговка, железный замочек, изнутри все отлично, сзади два кармашка, то есть обычные джинсы, прямые, классные, да, то есть вот. Я вам сейчас покажу. Качество отличнейшее, сшито все хорошо. Как бы, ну, реально, как бы нареканий к вещи никакой нету. Я их померила, они мне прям идеально сели. Но вот у меня дочка носит, попа у нее 44 размер, она носит. И когда я заказала джинсы эти 44 размера, точно такую же модель, узкие, они ей были ужасно малы. Вот, и как даже сказать, вот прям налезли только на бедра, а на саму попу они даже натянуться не смогли, да, то есть вот такие вот джинсы, хотя они очень хорошо тянутся, но все-таки 46-й, когда дочка померила, просто был идеально на ней и не врезалась никуда вот этих вот, да, знаете, узкие, значит, врезаются, то есть как-то вот и в попу, и везде, как бы тут в этих джинсах такого нет. То есть вот я взяла размер 50 и буду носить, очень интересно, с 46-м размером с кофтой, да, то есть вот такой вот разбег в одежде. Ориентироваться реально сложно, да, вот, и я вас понимаю, если вы после этого видео скажете, что как покупать, сложно ориентироваться, но в компании Faberlic есть возврат в течение 21 дня, поэтому не переживайте, вы можете легко от вещи отказаться. На многих агентских пунктах вы можете прямо вещь распечатать, да, если это кофточка, да, вы можете ее одеть, посмотреть, вам не понравилось, вы можете тут же вернуть назад. И это, конечно, здорово, что в компании Faberlic есть такие привилегии. Далее обратите внимание на то, сколько мы всего с собой заказали в Доминикану. Да, это идет у нас 5 спреев после загара,
3 солнцезащитных спрея SPF 15 и 5 солнцезащитных спреев, ой, не спреев, а кремов, SPF, лосьонов, да, простите, SPF 20. Эта серия лета, она просто великолепная. Больше всего, даже я не знаю, что мне в ней больше всего нравится, она просто супер вся. Почему я так говорю? Потому что когда мы в прошлом году ездили в Шри-Ланку, мы с собой взяли всего лишь две штучки SPF 20, нам не хватило, и мы просили у соседей, да, и причем мы истратили у них еще две, но старались экономить. Когда же она у нас закончилась, да, то есть она у нас закончилась и у соседей, и у нас, мы в итоге сгорели, поэтому мы взяли 5 штук и решили, что нам 5 штук хватит на первые, допустим, 6 дней, а на последующие 4 дня мы взяли полегче спрей SPF 15. Да, то есть вот таким вот образом. Я считаю, что, во-первых, у меня муж большой, он идет ростом 187 сантиметров, да, то есть он реально высокий и как бы крупный мужчина, вот, и мне кажется, что вот если я закажу, как в прошлый раз, 2 штучки, то опять-таки их не хватит. Вот, и, конечно же, спрей после загара, эта вещь просто меня покорила запахом, покорила составом, да, то есть это нежное такое молочко, которое слегка охлаждает загоревшую кожу, после него реально идет такой красивый загар, такой классный загар. Если вы где-то чуть-чуть, да, не сильно подгорели, оно вам просто снимет вот эту боль, вот это вот жжение, оно приведет вашу кожу в порядок, да, ваша кожа не будет такой грубой, шероховой, если вы будете каждый день после того, как сходите на океан или на море искупаться, да, если вы будете после душа каждый день его на себя наносить, ваша кожа останется точно такой же, как будто вы не ездили. К сожалению, его мы взяли тоже всего лишь 2 штучки, и он у нас закончился первые 6 дней, эти 2 штучки, и то мы экономили, да. Там давали нам еще какие-то лосьоны, но они так не работают хорошо, как вот это вот лето. Обалденная серия, но, конечно, цены у нас на эту серию не дешевые. Но вы знаете, оно того стоит, потому что некоторые дамы, да, после того, как кожа испортится, очень долго ее восстанавливают и в салонах, и в кремах, и тратят намного больше, чем эти спреи и это молочко. Просто обалденно. И также, как вы видите, я заказала спрей с малиновым ароматом для рта Story d'Amour. Вот, это будет мой личный спрей, будет постоянно у меня в сумочке. Я люблю свежесть дыхания, я его, наверное, быстро избрызгаю. Вот, ну вот, так вот мы и собрались в поездочку. Ну вот, в принципе, мое видео закончилось. Очень хорошо, что все покупки мне подошли, все покупки мне понравились. Вот сомневаюсь насчет юбочки. Вот, ну вот, прям не знаю, мой размер, я так поняла, что вещи, которые тянутся, мой размер 46, и не надо заказывать 48 или 50, а то, что мне тогда одежда от Юдашкина 46 размера не подошла, она была просто маломеркой, да, и вот эти вот джинсы, они идут узкие, но они реально идут маломерки, вот, ну что ж, всем пока-пока, спасибо за внимание, если вам понравилось видео, ставьте лайки, я буду знать, что мне нужно снять еще одно для вас, что вам интересно, видео о компании Faberlic.